Ну, вы расскажите, как, с чего вы сюда пришли, для чего, для какие цели преследуете? Цель у нас одна, мы поем для людей, и это прекрасно, что сегодня собралось в зале столько людей, они так аплодировали нам. С Сережей мы пели дуэт, который называется «Не нужны слова». Сережа Соседов сам написал слова к этой музыке. Сам спел. Сам спел, ну и я тоже спела с ним вместе, и уже так ее встречают, боже, мне так приятно. Сегодня что пьете обычно? Коньяк, шампанское, виски? Ой, Сергей Соседов меня начал спаивать шампанским. Да. Зачем? Какая у него, какую цель он преследует? Это спросить у Сережи. Ну хоть что-то, что-то дай. То есть вы даже не догадываетесь? Я даже боюсь догадываться. Нет, я не очень это люблю, сказать честно. Я просто пью. По чуть-чуть. Немного. А потом Соседов расскажет, для чего он это делает. Если вы у него спросите, да, я думаю, что для чего он это делает. Да, конечно. Такие развлечения, мне кажется, это устарело несколько. Спортом занимаетесь? Да, я занималась гандболом когда-то, поэтому у меня рука сильная. Сильная, да? Да нет, спортом я особо никогда не занимался. Я занимался всегда гимнастикой, ну, зарядкой, отжимания какие-то. Такой вопрос. А какие вам женщины больше нравятся? Женщины? Ну, такие худенькие там. По-любому. Все-таки есть какие-то женщины, которые нравятся? Женщины интересны своей, что ли, тайной, своей изюминкой, непохожестью. Боже, он меня когда-то споил. Так. Ну, он-то какую цель преследует? Да, ему-то зачем? Ему-то зачем? По кайфу, он говорит, люблю с украинскими девушками пить. Говорит, Наташа, ну ты пьешь так, говорит, мне так приятно. И в грудь заглядывает. Носом, да, уткнулся. А ему зачем? Ну, не знаю. Не, нам-то понятно. Нам-то понятно. Мы люди... Нет, нормальный мужик. Все там нормально. Нормально? Да, пристает, вы здоров. Да? Да. Мне больше нравятся мужчины, чем женщины. Скажите, вот такой последний вопрос, молодежь интересуется. Нет ли дискриминации в том, что у нас запрещены в Украине и в России однополые браки? Вы знаете, я как-то отношусь совершенно к этому спокойно. Я считаю, что вообще брак – дело такое... Знаете, говорят, что хорошее дело браком не назовешь. Ну, мне кажется, что если люди живут душа в душу, им не нужна регистрация брака. А вы вообще, вот у нас проходили вот первый гей-парад, вы не ходили на него? Нет? Где? В Киеве? Киеве, гей-парад? Да. Первый раз слышу, когда же он был? 3 человека вышло. А, ну это не гей-парад, это просто вышли 3 друга. Обычно для наших зрителей все певцы поют один куплет нам живьем в микрофон. Ну, чтобы, а то, знаете, все под фанеру поют, чтобы мы знали, что это действительно настоящий честный голос. Вы знаете, есть очень здоровская песня, которую пели все всегда на Новый год почему-то. Так. Ложкой снег мешая, ночь идет большая, что же ты, глупышка, не спишь? Спят твои соседи, белые медведи, спи ты, усни, малыш. Вот такая песенка. Отлично. Чем заняться нашей молодежи в 2013 году? Друзья мои, занимайтесь чем хотите, только звоните родителям, они вас любят, ждут. Просто сделайте маленький звоночек. Мам, я жив, здоров. Пап, я тебя люблю. Все. Ваша Натаника, люблю. Целую. И вас тоже можно. Ой, хорошо.